Казахэкспорт поддержал возведение тепличного комплекса в Актюбинской области. Казахстанская экспортная страховая компания стала гарантом сделки между АО «Сбербанк» и ТО «Green Capital Казахстан». При этом банк открыл кредитную линию для строительства теплиц на сумму более 5 миллиардов тенге. Тепличный комплекс Green Capital Казахстан начал строиться в мае нынешнего года. Учредители компании из Голландии уже реализовали подобные проекты в Грузии и на Украине. В актюбинские теплицы они вложили 10 миллионов долларов. Но для завершения всех работ необходимо было освоить еще 8 миллионов. Такую сумму согласился судить Сбербанк. Фондирование предоставила АО «Аграрная кредитная корпорация». АО «Экспортная страховая компания Казахэкспорт» по этому проекту выступила гарантом сделки, осуществив страхование займа. В итоге возведение тепличного комплекса завершится в ноябре нынешнего года, а с февраля на рынке Казахстана и России поступят свежие овощи. Мы планируем выпускать около 100 тонн томатов в неделю. Это примерно 5 грузовых машин. Мы будем экспортировать продукцию в основном в Россию. На работу вначале мы планируем принять примерно 70 человек, а в будущем здесь будет работать около 200 молодых казахстанских специалистов. Также для обучения казахстанских работников будут привлекаться голландские специалисты. Тепличный комплекс разместился на территории 57 гектар земли, примерно в 30 километрах от города. Масштабный аграрный проект включает в себя закуп, поставку и монтаж под ключ тепличного комплекса одного из мировых лидеров этой индустрии – KU Bio Greenhouse Project BV Нидерланд. Общей площадью 6,7 гектар. В будущем, по словам руководства компании, площадь комплекса расширится до 20 гектар. Инвестиционный проект имеет долгосрочные перспективы. Конструкция теплиц рассчитана на различные испытания резкоконтинентального климата. И по расчетам строителей простоит не менее 20 лет. На данном этапе лично только земляные работы, которые уходят у нас под землю, все эти расчеты делались на местном уровне. Все расчеты. Потому что у Голландии другие температуры, у нас другие температуры. Все, что мы делаем, геологические отчеты, все делалось местными силами. И проектный институт, фундаментные нагрузки, все рассчитывали на местном уровне. Планируемый объем производства и продаж тепличного комплекса составит в среднем 3000 тонн томатов в год. За первые 7 лет реализации проекта в бюджет Казахстана планируется выплатить более 460 миллионов тенге. Антон Пережогин, Азамат Кубегенов, специально для Атамикен Бизнес Ченел из Актобе.